Сейчас мы хотим пригласить Ярослава Кухонникова. Здесь молодые, новые, энергичные появились исполнители, авторы. Вот. И сейчас представляем слово Ярославу. И он сказал, что это немножко... Это можно танцевать, да? Правильно? В третьей песне. В третьей песне. Хорошо. Здравствуйте, я поздравляю вас с закрытием сезона, но не закрытием. И поздравляю именинника с днем рождения. Я эстрадный рок-вокалист. И первую хочу спеть рок-песню, а вторую эстрадную. Но они все о любви, о высшем, песни «Ливень». Желаю вам при любой погоде, какая бы ни была погода, у нас тут вот сейчас дождь, чтобы у вас внутри всегда было солнце, потому что, несмотря на то, что в небе тучи, за тучами всегда оно. Ливень! Все
все хорошо, потому что у нас есть любовь.